В Казанском федеральном университете состоялся блок-тур по музею истории, экскурсия для популярных блогеров Казани. Мероприятие приурочено к 218-летию Казанского университета. Блогеры прикоснулись к реликвиям университетской истории. Экспозиция музея, насчитывающая свыше 1500 экспонатов, знакомит посетителей с 200-летней историей университета. Естественно, это просто история такая незыблемая, уже многолетняя, поэтому сюда стоит обязательно приходить. Вот в этом как раз зале мне просто нравится роспись и то, как я себя здесь чувствую. То есть экспонатов просто множество, и каждый по-своему рассказывает о других музеях. Он еще погружает и в информацию о других музеях, поэтому просто очень люблю музей истории. Отметим, что экскурсия позволила не только познакомить столичных блогеров с многолетней историей вуза, но и окунуться в теплые воспоминания студенческих лет. В заключение блогерам вручили памятные подарки от Казанского университета – толстовки и поясные сумки. Напомним, это не первый блок-тур по КФУ. Ранее аналогичное мероприятие состоялось в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.